Расскажите, пожалуйста, как все произошло, что вы делали в этот момент и что я вообще случилось? Я в комнате была, дед на кухне, говорю, дед, ты что делаешь там, бабахнула? Я говорю, ты что делаешь, как будто он упал, что ли, так сильно. Вот и все, вот, я испугалась, потом побежала, там подруга у меня же напротив, ее заклинило. Ну, я сразу 04 набираю, я вызвала горгаз сразу. Ну, мы знали, что у них там этот баллон. А насколько сильный хлопок был? Ой, хлопок страшный. Аж задрожала вся.